Дрейк, Лопесы. Дамира в паре. 6 побед на турнирах в ATP и 3 поражения. Как Ксения уже сказала, 2 титула на больших шлемах с Мельцером в Уимблдоне 2010 и US Open. Да, так и есть. Но сейчас с возрастом можно постепенно и на пару переключаться. Этот год сложится. В одиночном разряде сейчас конкуренция еще выше. Молодежь уже поддавливает. Здорово, Марк у сетки играет между игроками. Они выигрывали Доху в 2009 году и в 2011. Берут второй гейм на 2 Лопеса. 20 секунд просто улыбался, покинул площадку. Тогда проиграли Эдрису и Родригесу. Без проблем. Берут. Гейм. Посередке можно. Ох, какой отличный прием по линии. И у Мореро и Сеппи 6-2, 6-4. Победили первую сеянную пару Ройер и Текао 7-6, 6-2. Ой, как сыграл Марк. Но здесь Сергей. Интересный розыгрыш. Невероятно, как достал и очень неудобно сыграл Марк Лопес. По 30. Посмотрите еще раз. Просто фантастика. Тут Велисяну просто нельзя было потерять концентрацию. Наигрывать нужно. В игровой практике. Ну,
порой вот в олимпийский сезон. Хорошо среагировал. ПЕ. Как здорово отыгрывает Лопес. Вернется мяч, да? Невероятно. Просто красавец у сетки, он бог сегодня. Красочный розыгрыш получился. Отдайте нам Марка Лопеса в пару. Успеем ему паспорт дать. Невероятно. Поэтому пятый, шестой уже не будут считаться, и, соответственно, кат становится выше. Вот Габашвили попадает. Такие одиночники чаще хотели и могли выступать в парных соревнованиях. Ускоряет весь этот процесс. Отыгрывают сетболы. Лопеса против Пэтчнера и Пэй. И Фелисиано подает на матч. 5-4. 15-0. Хорошая. Хорошая подача. Так, два сетбола, очередные сетпоинты. И все-таки первая партия за Фелисиано и Марком Лопесом. Ну что, все-таки именно в начале стартового сета они позволили сопернику сделать брейк, который в итоге решился. Была свеча. И опять Сехаршвили. 40-15. Первую свою подачу. Не допускает. Женщина, которая не то чтобы на корте, просто как разговаривает, но и за кортом. Со мной это делают. Ну, какие-то маленькие компашки есть. Сейчас Бенчич с Младенович. Да. Когда покрытие довольно шершавое. Отличный удар по линии. Нечего было терять уже Пэтчнеру. Ейсом завершает этот гейм Марка. Совещаются, договариваются, куда будет первая подача. Уходящая или по линии. В соответствии с этим можно решить, идти ли на перехват или нет. Ошибается. Не реагирует. Пэтчнер. Вновь ошибка. Ошибка Пэтчнера. О, как здорово. Да, теперь сами цвет. Опять к сетке. Завершает розыгрыши. И слета в том числе. Ну да, он атакующий игрок. Хорошо играет на травяном покрытии. Ох. Как здорово на опережение пошло, что вышло вперед. Действие от Фелисиано. Вообще, ребята выглядят довольно-таки сыгранно. Ну что, на Олимпиаде. Ну, здесь спокойно для Марка. Один. Отличная подача по линии, но Марку кажется, что мяч ушел. Проверяет. Попал мяч.
Судья, видимо, объявил, сколько челленджей осталось. Ну и по одной гейме. А 3-2 по-прежнему лоб подачи. Как здорово, ты бежал. Ай-яй-яй. Как видно, аут. Вообще, Марк такой шустрый. Шустрый парень. Ну, тоже все время уже в движении. 33 года. Здесь чуть-чуть не повезло, конечно. Самый молодой из этой четверки Пэтчнер. Ему 31. Очень хорошо видит Марк. Именно тот момент, когда игрок решает пойти на перехват. Линии удается, а вот он шанс был. Самый важный, наверное. Перевернуть ход финала. Одна из немногих ошибок. Верно, на подаче 4-3. Ну, Марк тут скинет мяч под самую сеточку. 83 у испанцев. Еще выше, чем было в первом сете. Ох, был готов к этой скидке. Что у него некрасиво. Как? Считается одним из самых симпатичных игроков. Ну, главное, что сам считает так. В какой степени. Я ожидал. Ну и справился. Проверяет Филипп. Кажется ему, что по длине ушел мяч. Что покажет Хука? О-о-о! Зацепил! Ну совсем. И здесь тоже мяч был. Уже на другие отскоки. Ну, зато довольны, когда удачно берут Хукай. Вполне. Логично. Последняя возможность. Ребят, остаться в этом матче, зацепиться. Ну, хороший прием. И опять какой прием. Два матчбола вот так в сумме у Лопесов.
Очень уверенно Фелисиано смотрится в этом матче. Очень здорово играет. Во втором сете прибавил. Итак, два чемпионшип поинта. Все. Победа. Марко и Фелисиано Лопесе завоевывают титул. Рад Фелисиано, рад безумно, конечно, после неудачного старта в одиночке в этом сезоне. Очень важная победа для него. Второй титул для Фелисиано и первый с 2004 года. И 11-й титул для Марко Лопеса и первый для них в дуэте. Молодцы, молодцы.